участник популярной новосибирской группы Dead Poets Diggity, пошел по проторенной зарубежными звездами дорожке и выпустил сольную работу, которая называется «Мутация». Сейчас он сам, а также его коллеги расскажут об альбоме более подробно. You ready, motherfucker? Диггити, Дест, Страйки, Олвен, Мизуро, Сайтон, а также Диджей Мосс. Вот известная новосибирская рэп-команда под названием Dead Poets, которая теперь может похвастаться еще одним новым альбомом своего участника Диггити. Диск под названием «Мутация» создавался с определенной целью. В первую очередь для того, чтобы... самовыразиться всем участникам коллектива. Позиционируется как сольный альбом, но на самом деле принимало участие очень много людей. И битмейкеры, и MC, и люди, которые просто помогали нам, чем могли. Этот альбом, по словам ребят, следующая ступень развития их команды. К слову, впереди выпуск сольных альбомов остальных участников группы Dead Poets. Задумка создать 5 сольных альбомов появилась достаточно давно для того, чтобы раскрыть каждого как отдельную личность, чтобы каждый себя показал в том ракурсе, в котором он сам видит. То есть каждый продумывает концепцию своего сольного альбома, и параллельно на каждом из сольников представлены все участники команды так или иначе. На осень планируется выпуск сольного альбома «Страйки. Истоки хроники долины» и выпуск моего сольного альбома, он будет называться «Миледи». И на зиму выпуск сольного альбома «Деста» «Соло воспаленного горла» и «Мизуро» «Заново». Но вернемся к сольному альбому Диггити. Его название «Мутация» означает 21 лицо вот этого человека, который придумал концепцию этого альбома. То есть он раскрывает себя в разных ракурсах, в разных лицах. И поэтому треки все разноплановые, на альбоме 21 трек. Все треки на альбоме абсолютно разноплановые. Несмотря на преобладание довольно-таки холодных и тяжелых тонов, есть и светлые тона. Чтобы расслышать все оттенки, придется вслушаться, и тогда этот диск наверняка придется вам по вкусу. Альбом придется по вкусу людям, которые разбираются именно в рэпе, в хип-хопе. Это не однодневки, которые там услышали что-то по радио, по телевидению, и как бы полюбили этот стиль. А те люди, которые долгое время уже это слушают, любят, именно для любителей настоящей правильной школы. Это для тех, кто не слушает коммерцию и попсу, а для тех, кто вникает в смысл, вникает в музыку, для тех людей, кто хочет получить эмоции. Так что хотите эмоций, слушайте Dead Poets, а в частности альбом Диггити «Мутация». К слову, в ближайшем будущем треки с этого диска можно будет не только слушать, но и посмотреть, ведь скоро на композицию «Шепот пирамид 2» будет снят клип. Скорее всего, это будет происходить в каком-то кинотеатре. Почему? Потому что на самом деле снимать пирамиды, мне кажется, это немножко глупо. И так как трек предполагает некую историю и уводит нас порой даже не в наше время, а то, что было до нас, то, скорее всего, мы будем использовать какие-то уже готовые видеонарезки и из документальных фильмов. Я думаю, должно получиться интересно. Команда Dead Poets специально для MTV. Ho!